У меня есть какое-то влияние. У меня есть какой-то... Какая-то власть! Какая-то власть над дикарями! Дело в том, что я даже во сне не мог мечтать о таком. Когда я сидел в той яме, где сырость, влага, где вот ни света, ничего нету. Когда ты думаешь, что последняя минута жизни, возможно, это реально последняя минута твоей жизни, и больше ничего не будет. Это просто нечто. Вождь меня отправил. Наверное, он даже не подозревает, что я мог справиться с этим заданием. Я тики-тики даже в отпуск отправил. Потому что я могу. Вот в чем прикол. Теперь нужно с ним поговорить. Привет, охрана. Конечно же, вы меня пропустите. Конечно же. Меня все пропустят. Да? Да, чувак? Да, отворачивайся. Так вот, правильно. Правильно. Добрый день вам. Он вернуться? Я вернуться. Идти назад. А что такое? Не ожидал? Ой, не ожидал, наверное, да? Ты принести? Я все сделать, и я все принести. Я принести... Дать вождь. Этот меч! Кланяйтесь мне, рабы! Ну, может, не рабы, но не... Потому что власть моя безгранична! Это не может быть. Дать мне меч. А почему я дать тебе меч? Потому что смотри, какая у меня власть! Я вождь. Я главный. Я большой вождь. Кто тебе сказал, что ты главный? Кто тебе сказал? Как сметь? Не биться, не ругаться. Туки-туки. Разобраться, тики-тики нету, потому что я его отправил в отпуск, он отдыхает сейчас. Это у меня есть туки-туки. Туки-туки лежать. А теперь слушай меня внимательно, вождь. Пора нам составить какой-то контракт. Слушать? Я тебе сказал... Туки-туки куда отправил? Я его отправил в отпуск, и выслушай меня, пока я сейчас тебе тут не покромсал. И охрана твоя тебе не поможет. Это мой тики-тики. Вернуть тики-тики, не твой. Давай вернуть тики-тики. Теперь уже не твой. Вон пошел в отпуск, отдыхает встать. Человек. А ну встать. Лежать. Встать. Лежать. Быстро встать, я твой вождь. Лежать. Ах, я ж вам... Вождь, вас... Прими это. Теперь все. Я думаю. Все изменилось. Тебе не мешать. Думай. Ты не смотри здесь на меня, будешь по крымцу. Вот так вот, да. Что же делать? Вставай, тут. Можете придумать. Можете решить. Что ты решить? Как так? Как-то вот что? Так. Такие штуки молчать. Можете решить. Можете говорить. Давай, вождь, говорить. Можете собрать совет. Совет? Какой совет? Что мне совет? Мне не нужен никакой Мы совет. Мы решить делать тебя нашим защитником, нашим воином. Ты согласен? Так я есть number one. У меня меч. Меч у меня есть. У меня все есть. Или так, или мы со старейшинами отобрать у тебя меч и казнить тебя. Казнить не хочу, я казнить, конечно. А почему, а с какой хита пор вы будете меня казнить, если все за меня? А? Или казнить, или на совет выбирать быстро. Что ты зациклился на... Совет выбирать. Да совет, я понял. Хорошо, давай совет, давай. Покажи мечик, они все укланиваются мне, и все будет отлично. Хорошо, давай. Надеть. Маска, да. О, то есть храбрости, идем. Что? Ладно. Хорошо. Идти. Хорошо. Да я иду. Я вам покажу. А что ты его? Вы издевались надо мной столько. Быстро идти. Иди. Я еще буду требовать найти Фредика. Это еще не просто так все. Я вам еще всем отомщу. А вы все будете казнены. Все, и ты тоже. Никто не будет казнен.
Я дам вам свободу, я дам вам силу! Не хочу смерть, не хочу смерть! Я дам тебе по шее, идем быстрее! Да иду я, вождь, иду. А ты иди, иди, пока оно идется. Смотри, что с небом. Нет, иди сюда. Смотри, что-то с небом случилось. Это боги гневаются. Что-то... Нужно идти, быстро идти. Что-то нехорошее. Что-то совсем нехорошее. Иди сюда, иди обратно. Куда идти? Иди обратно, быстро иди обратно. А что случилось? Что случилось? Плохо. Иди обратно. Очень плохо. Почему так? Иди обратно, так где же оно? Где же? Что сейчас случилось? Сейчас ждать. Гнев богу. Гнев богу? Ждать. Гнев ждать, богу. Вождь. Ждать. Где же оно? Вождь. А вот. Снять. Что снять делать? Маска. Снять маска. Снять. Не та маска. Не та? Плохая маска. О, хорошая маска. Хорошая маска. Ух. Да? Ага. Я надеюсь, мы успеть. Как мы дать успеть, плохой да. маска? Да, и успеть. Как-то. Куда идти? Идти. Идти. И? На куда? Совет идти. Ага, давай. Идти первым. Идти первым. Ты да храбрый, не... идти первым. Да я ж храбрый, я ж не ждать. Знаю. Ты смотри, как... О. Все хорошо? Да, только потемнело. А так все нормально. Странно. Очень сильно. Это маска, идти. Власть. Власть моя быть безграничной. Я получил власть. О, совет ждать. О. Что с вашим советом? Что они хотят вообще от меня? Я сейчас приду мечом покромсаюсь. Это старейшины, а ну тихо. Да ша. Понял я, да иди давай уже. Доброй ночи, старейшины. Доброй ночи. Покланяйся быстро. Че ты смотришь на меня, белоглазый? Че ты смотришь на меня? Ты старейшина, ты что, ты самое... Ты что? А ну сядь. Да ладно, все. Сюда, да я понял, хорошо. Что вы смотрите на меня? И что он, клоун какой-то? У меня меч. Я не знаю, что сказать. Но он принести нам наш меч, нашу да. защиту. Да. Теперь у нас все будет хорошо. Все будет хорошо. Ты должен перестать разговаривать вместе со мной. Перестать разговаривать со мной? Что? Что? В каком смысле? Иначе резать язык. Резать язык. Понял. Не мой воин, тоже воин. А. Вот так вот. Я предлагать сделать его частью нас. Чтобы он был нашим спасителем и нашим заступником. Чтобы он нас защитить. Я надеюсь, вы примете это предложение. Но для того, чтобы он стать частью нас, он должен пройти обряд. Он должен увидеть все нашими глазами. Ну это не обязательно, для в принципе. Этого... У меня же меч есть. Да, но у тебя его отберут, если ты не согласишься. Ну? Я не соглашаюсь, ты что, прикалываешься? Я не хочу, нет. У меня меч есть, все. Тогда мы на... скажем нашим богам, чтобы они отобрали у тебя меч, и ты будешь казнен и умрешь в самых ужасных муках. Ты согласен? Я соглашусь только, чтобы ты это меньше говорил. Давай, короче, давай, быстренько и все. И мне нужно вообще своими делами когда заниматься. Еще Фредика надо найти. Искать меч. Ты увидеть огромный железный монстр? Да. Это когда-то был такой, как мы. Он украсть меч. А? И стать таким. А. Хорошо, давай. Давай мне уже, давай. Ё-моё, сколько вот. Можно? Для этого, чтобы... все увидеть, постичь истину и видеть все нашими глазами. Ты должен вдохнуть истину в себя. Вдохнуть истину? Ты что, прикалываешься? В каком смысле вдохнуть трубку? Вдохнуть трубку. Что такое? Ты сядь. Что такое? Ты сидеть. Сидеть. Спрятать меч и сесть. Сесть. Так, я расслабился. Или встать, или сесть. Что-нибудь. Так. Только перестань ходить. Да я понял, хорошо, вождь. Успокойся. Так, это что мне надо, типа, вдохнуть? Просто вдохнуть и все? Все? Серьезно? Просто вдохнуть. Истину. Увидеть мир нашими глазами. Как все на самом деле. Так, давайте только быстренько, чтобы... Воу-воу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ой-ти-ти-ти. Тихо. Ой-ти-ти-ти.
Ой. Что происходит? Прими истину. Ой, не надо было это делать. Никому это не рекомендую, не надо такое делать. Что это такое? Это тоже. Исправит? Давай исправляй ситуацию. Давай, исправляй. Ой, нехорошо. Просто как-то сильно кроется. Просто. Что происходит? Сейчас все будет, ты просто набери сил и убить то, что видимо. Оно все двигается! Нет! Ой, нехорошо! Ой, я не верю своим глазам! Ой, тут вообще прям! О, хорошо! Тут нехорошо! И что ж? О, что? Опять? Ой, нехорошо! О, так, бежать! Что происходит-то? Так, бежать! Двигается все! Ой, ты чтоб тебя! Бежать! Чтоб тебя! Так, убегать! А, нет! Нет! Ой, что-то! Сейчас сознание потеряю. О!